столице республики открылся фестиваль «Читающая Якутия». Мероприятие приурочено к 90-летию национального книжного издания «Бичик». Фестиваль проводится с целью пропаганды чтения и литературы, популяризации и продвижения социально значимых книг на языках народов Якутии. В рамках фестиваля организована широкая выставка продажа книжных и печатных продукций, а также презентация книг, литературные представления и встречи с писателями. Но на самом деле в этот праздничный день, а сегодня праздник у вас, потому что 90 лет издательства национального «Бичик» – это огромное событие не только в республике. Издательство известно далеко за пределами республики. Это, наверное, одно из самых сильных национальных издательских структур в России сейчас. Наряду с татарским издательством, башкирским – очень сильное издательство. Поэтому сегодня, конечно, праздник. И мы видим, что сегодня большое количество книг здесь. Надеюсь, у покупателей будет много, читателей –